В жопу интро, приступим. Всем привет, дорогие друзья, сегодня вы на канале у Никиты в гостях. И сегодня мы будем играть в FNAF 9. Охренеть, когда уже успела 9-я часть выйти, их недавно только была. 4 вроде бы было, да, вот первая у нас, потом вторая с дверями, самая офигенная. Давайте посмотрим анимацию и что здесь нас ждет вообще. И третья была такая скучненькая, ну и четвертая в доме. О, а здесь они новенькие. Кстати, а что их новенькими-то сделали? Я думал, они будут все страшные, как в четвертой, в третьей части. В третьей, блин, они вот самые страшные получались. Во второй, ну, такие себе. В четвертой их слишком сильно переломали. Переусердствовали. О, а что за концертик у них тут-то? А что, кстати, за крокодил? Крокодила же не было. Я что-то не понял сейчас конкретно. За крокодила поясните. А где все остальные-то, а? Я не понял. И что это за выступление? Что это за концерт ихний? А где Фокси? А где Чика? А где Банни Кролик? А где барабанщик-то? Ой, Чика. А чё она здесь белая стала? Она же желтой была, если я не ошибаюсь. Блин, напишите в комментариях, она была желтой или белой. О, у него глаз дергаться начал. У меня бы тоже начал бы глаз дергаться, потому что денег на барабанщика зажали все-таки. Опа-на. Отъехал наш Мишка, все, хана ему. Бракованный, китайский, с Алиэкспресса заказывали, сразу видно. Денег экономят, жмотятся, организаторы. Суки, твари. О, стартинг уп. Сейф моды. Сейф мод это сохранение. Режим сохранения, да, вроде бы? Тун-тун-тун. О, батарейка. Уже пора выступать. У меня возникла неисправность. Цикл зарядки не завершен. Ты можешь заткнуться? Кто это сказал? Это я. Я здесь внизу. Где внизу? Вылазь, сука, из-под стола. Я не вижу. Ладно, слушай, пока ты спал, я открыл люк у тебя на животе и забрался внутрь. Люк на животе — это место, предназначено для больших праздничных тортов и пиньят. Это не место для игр. Ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох. There you are. Вот ты где. Что он делает? Сканирование завершено. Как странно, твой профиль. Гости мне не знаком, кто ты? Я Григорий. Я Григорий Лепс. Сейчас вертушки тебе пропишу лицо. Григорий, я вообще об этом в главном офисе... Сообщу об этом в главный офис. Ошибка подключения. Мне не удалось подключиться к основной сети. Это она отключила тебя. Она не позволит тебе вызвать помощников, пока не найдет меня. Я что-то пропустил. Так. Смотреть в окно. Какое окно? Здесь есть окно, здесь есть зеркало. Кстати, почему мы не отражаемся в зеркале? О, мы блондинчик. Нормально. Что за окно? Это сотрудница службы безопасности. Она может помочь. Нет, нет, я не пойду. Почему нет? Я не знаю, кто она. Но она пытается поймать меня. И вообще, ты можешь говорить не так громко? Ну, разорался здесь медведь бешеный. Возьми это. Сувенирные часы Фанс Фредди. О. А я помню, из нее клон выскакивал. А я думал, он меня наебать хочет. Я думал, на меня сейчас опять клон вылезет и сожрет. Что это? Я отправлю тебе зашифрованное сообщение. Ага. Привет, Грегори, это я, Фредди. Я провожу тебе до главного входа, однако я не могу покинуть эту комнату. Тут есть кнопка, которая открывает сервисный шкаф, но я запрограммирован, ее не замечать. Она должна быть где-то рядом. Задание найти кнопку. Ебать ты тупой. Кнопку не замечать. А, вот кнопка.
запрограммировано ее не замечать. Иди побольше, свалить ты отсюда хочешь. Отлично, Грегори. В ремонтном помещении есть открытая шахта вентиляции. Тебе нужно проползти через систему вентиляции, что-то там, короче, пойдемте. Не суть важно. Что здесь, окраски? Димедрол, наверное. Кокаин. О. Станция сохранения. Нажмите и удержите для сохранения игрового прогресса. Это займет некоторое время, так что не зевайте. Ага. Значит, еще вот так, да? Так, перезаписать последнее сохранение, да. Ага, вот типа, понял, паркур. Так. Ага, он на контрол один раз нажимаешь, он садится. Я думал, что какой-то черт выглядывает из-за угла здесь, а. Хотел ему уже вилкой в глаз тыкнуть. Рокси, ты сегодня великолепно выступила, спасибо. Твои волосы прекрасны, твой хвост прекрасен. Все смотрели на тебя, все любят тебя, все хотят быть с тобой. Ты лучшая, спасибо, я лучшая. Вот это она самовлюбленная. Ее самолюбие зашкаливает. Ну а что, себя не полюбишь, никто не полюбит. Поползли, короче, дальше. Хрен с ним, с этой кастрированной листой. Thank you. Спасибо. Да не за что. Я тоже себя люблю. Так, здесь вентиляция работает. Блин, из этих хрени кажется, что вечно кто-то из-за угла вылазит. Напрягает немного, но ладно, давайте поползем. Ой, так. Ладно, мне показалось. Допустим, блин, игра немного профризивает иногда. Там кто-то сломался? Ой, дайте угадаю, сейчас будет первый скример. Ну не зря ж там что-то искрится. Сейчас она нас вы... Ладно, не угадал. С кем не бывает. Опа-на, они играют под фонограмму, ведь Мишка-то на заряде. На заряде, на зарядке. А музыка-то идет. Ах вы, козлы, играете под фонограмму. Какие вы бесстыжие. Людей обманываете. О, господи. А, это Чика. Ладно, забираю свои слова назад. Пойдемте с Чикой побазарим. Так, вентиляция. Ну и дальше мне что нужно сделать? Леди и джентльмены, благодарим вас за внимание и надеемся, что вам понравилось наше шоу. Фредди с группой довольно сильно устали, но они вернутся на следующей неделе после нескольких дней плановой техслужбы. Ждем вас перед нашим зданием, где вы получите свои очки, купоны на бесплатный стакан лимонада и где вы подпишете юридический документ, освобождающий нас от ответственности за все произошедшие с вами в ходе визита. Желаем... Ах вы суки, а что-то произошло-то во время визита? Юридические документы, глядите, мы должны подписать. Ага. Ой, кролик. Твою душу, ты что поворачиваешься? Требуется третий уровень доступа. Ладно, хрен с собой. Так, что у нас по заданиям? Выпустить Фредди из комнаты. А каким образом я его должен выпустить из комнаты? А это кто так буянит? Здесь у нас Чика. Нам она нахрен не нужна. А-а-а. Твою душу. Здесь у нас кто? Тоже какая-то шелупонь. Здесь лиса. Все нам... А почему у Фредди-то шторка прикрыта? Вы шо, козлы, делаете? Вы как так можете, а? Ох, тебе понадобится пропуск с фотографией, чтобы открыть дверь. Прости, я думал, что она у тебя уже есть. Скорее всего, его можно найти у прилавка с едой. Да, блядь, видел я уже где-то пропуск. Да. Хрена ты умный, простите, блин, думал. Найдите пропуск с фотографией Фредди.
Это что ли? И что там было? Сообщения, новые сообщения. Жалоба клиента. Мы запустили за заплатили за мегаделюкс вечеринку с Глэм Фредди, но Фредди сломался сразу же после выхода на сцену. Мы платили, чтобы он спел дочке поздравительную песню у столика. Он должен был вручить ей торт день рождения моей девочки испорченной. Я требую вернуть деньги. Пойти в жопу ты не хочешь? Так, где у нас прилавок с едой? Здесь у нас что? Ой, опять они. Я хочу себе такого. Я хочу себе домой такого. Как можно его спиздить? А, да? Есть фонарик? Я хочу вот эту штуку спиздить с собой. Она мне нравится. Так, 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 так. О, что это такое? Требуется четвертый доступ. Бля, что так темно-то, а? Кто я? Где я? Требуется третий доступ. Ладно, понятно, очень интересная, привлекательная, увлекательная пицца. Здесь у нас что у нас? Здесь у нас машинки. Я хочу на машинке покататься. Здесь у нас пицца. А, вот это что за подарочек. Сейчас вот клоун выпрыгнет. Пропуск с фотографией. Ты молодец, теперь выпусти меня. Я не хочу его выпускать. Я знаю опыт из предыдущих частей, мне что-то подсказывает, что он хочет нас наиграть. Очень сильно наиграть таки. Здесь есть ножик? Твою мать. Так держать, звезда. Я знаю, что у тебя все получится. Я знаю, как можно вытащить тебя отсюда. Забирайся назад. Время еще есть, но нам нужно торопиться. Если меня заметят, то отведут назад в мою комнату. Я приведу тебя к главному входу. Через технический коридор. Это самый безопасный путь. Ладно, но лучше смотри под ноги. Я не хочу, чтобы меня раздавило и скрутило сосиску. Понял. Как использовать Фредди? Так, для управления нажмите. Боты не смогут найти Григори, когда он управляет Фредди. Ага. Все, понял. Так, добраться до главного. Пиццаплекс. Фойе пицца флекс, твою душу. Ага, он выше не поднимается. Понял. Понял, принял. Опа, на этой бешеной... А, не, бешеная на месте. Все нормально. Крокодила закрыли, ну и хрен с ним. Он нам и не нужен был особо. Вон Чику глючит. Она всегда немножко... Прости, Грегори, я бы с радостью устроил себе экскурсию во время... Уже не рабочей двери, дверь закрыта. Найди дверь с моим изображением. Чё? Дверь с твоим изображением? Дверь с твоим изображением. Вот это что ли? Нет, я что-то... Ой, это типа мы вышли за кулиса. У него, кстати, фонарик есть. У Фредди есть фонарик. Это радует. Твою мать. Бежим быстрее. Эй, малыш, если ты тут, скажи что-нибудь. Она...
Не волнуйся, Грегори, если заметишь со мной, ты будешь в безопасности. Она не заподозрит, что мы путешествуем вместе. Однако нам все равно не стоит попадаться ей на глаза. Если меня отправят в мою комнату, мы не успеем добраться до Фойфи. Ага. А мне по звуку почему-то показалось, что она снизу была. Фредди, я чувствую, что я сломан. Я в порядке. Нет, я чувствую, что что-то не так. Я тебя отвезу в медпункт медицинской помощи. Но это нет времени. Ах ты крыса. Ах ты крыса, ля ты крыса. Уйди. Задание. Освободить Фредди. Найти кнопку, так, это мы выполнили, значит, сейчас выпустим, добраться до главного. Ах ты крыса. Подставить нас, да, решил? Фредди, во время блокировки ты должен сидеть в своей комнате. Я не знаю, как тут оказался офицер Ванесса. Но сегодня ты отличился по полной, твоя система дала сбой, и ты сорвал шоу. Теперь специалисты отдела запасной части обслуживают ограничения тебя по питанию. Говорят, что это мера предостережения. Извините. Ладно, слушай, до закрытия осталось 15 минут, а тут за кулисами ошивается какой-то малыш. Если увидишь что-нибудь, немедленно сообщи мне, я уже уведомил остальных, а теперь возвращайся в свою комнату. Понял, мудил остальной. О, он не смотрит на задницу. Я ничего не сказал. Ты в безопасности. Ладно. Танк. Поехали, танка. Я думал, ты хотел меня сдать, крыса. Я тебе не доверяю. Где это мы? Сейчас мы находимся под пиццаплексом. Это технический коридор, соединяющийся все аттракционы между собой. Мы можем пойти куда-нибудь, верно? Фазбер Блэйс, Гольф Монти, Гонки Рокси. Все эти места открыты для ботов, сотрудничая с доставкой высоким уровнем доступа. Гостям здесь находиться нельзя, однако твоя ситуация особенная. Ага. А как этот пацан вообще к нему в живот-то забрался? Низкий заряд. Это сверху, что ли? Что это звук был? Мне этот звук напряг. Напряг. Да. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ой, все, съела говно китайское. Фу, Фредди, закончилась энергия, он не может вам помочь до начала следующего часа. Мне ужасно жаль, цель подзарядки не была завершена, когда я нашел тебя. Дальше тебе придется идти без меня, я свяжусь с тобой через фаз. Если ты вдруг попадешь в неприятности, понял. Твою душу, пылесос летает. Ты можешь потише бегать? А, чё, куда он? Да твою душу. И чё мы нашли? Сообщения, новые сообщения. Хранение продуктов. Внимание, работников кухни. Перед закрытием смены все продукты должны быть убраны на хранение. Чику уже замечали за поеданием объедков. Ага, Чику. Из мусорных ведер на кухне после окончания рабочего дня. Ремонтировать ее дорого, и эта сумма будет вычтена из зарплаты работников кухни. Руководство. О, какие они, смотри. Животные. А, ты вот куда сел. Пам-пам-пам. Ага, это я понимаю, Чика жрет, да? Это Чика! Может, я могу ее с чем-то.
не попытаюсь именно нажать Е. Так, я не понял. В смысле нажать Е? Хуя, ниндзя, конечно, однако. Скрытность. Нажмите левый контур, чтобы присесть. Да ладно. Пока вы сидите, вам нужно быть... Будет сложнее вас найти синий. Контур означает, что вы не видим. Желтый означает, что... Бот ищет вас в данный момент. Красный контур означает, что вас заметили. Все понял. Синий нормально, желтый. В порядке, красный вали изо всех ног. Эта область закрыта для посетителей. Да твою мать, ты можешь так резко дверью мне не хлопать? А что она так долго стоит? Я думал, она уже вернется. Да матерь божья, дверью потише хлопай. Удерживайте Е, чтобы закрыть инструктор. Так, идем. Если здесь Фредди, то все нормально. Если здесь Фредди, то все окей. Но меня напрягает. Уж больно интересно стало, куда ведет та дверь, которая была. Так, сука, ты можешь не открывать двери? О, область сохранения. Возле области сохранения я чувствую себя в безопасности. Ой, как же это. 22 минуты мы уже записываем. Еще, наверное, 20 минут позаписываем и все, в 35. Просто выпуск я вам, наверное, выйдет завтра. Ну, че-че, выпуск выйдет завтра вечером. Так, ладно. Туда нельзя. Туда крокодилу нельзя или конкретно мне нельзя? Твою мать! Горилла твою... Встань ты! Ой! Беги! Беги, братан! Беги! Лево руля! А ты не отдыхаешь? Нет. Что ты отдыхаешь? Ничего. Беги, беги, беги! Твою душу! Ладно, а я не понял приколу. А в чем прикол-то? Ладно, вот сейчас эта зеленая макака вылезет. Вот ты где. Нет меня здесь. Бежим. Да беги ж ты, что ты встал? Беги, братан. Беги. Беги. Ты будешь жить. Ты будешь жить. Нет, ты будешь жить. Ай, залагала. 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 Беги! Well done, Фредди, так, отлично, Григорий, ты нашел комнату охраны. Там ты будешь в относительной безопасности. Двери сконтурированы таким образом, чтобы защитить квалифицированных охранников в чрезвычайных ситуациях. Пока дверь становится закрытой, они будут оставаться закрытыми, пока достаточно электропитания. Фредди, энергия осталась всего 15%, они пытаются выбить дверь. Как мне отсюда выбраться? Сохраняй спокойствие. На пульте охраны есть интерфейс. Подожди, я его сейчас включу. Вот так. Теперь ты можешь активировать протокол системы безопасности. Камеры подключены. Теперь
через вычисленный фаз подключить к системе. Так. Окей. Камера. Вон тут сволочь прошла. Так. На мини-карте это ближайшая камера наблюдения. Если датчики камеры замечают движение, то должен увидеть красное значение. Так. Ага. Вот, все понял. Здесь у нас долбится один. Здесь это ходит больная. Здесь у нас что? Здесь у нас ничего нету. Я в карте не могу разобраться. Так, окей, он долбится. А дальше-то что мне делать? Так, выбраться. Найти безопасный маршрут к главному выходу. Ага. Угу. Здесь и это долбится. Так, а где у нас главный выход-то? Хоть что-нибудь бы объяснили. А. Так, сохранимся еще раз на дорожку. Укрытие. Нажмите Е рядом с укрытием, чтобы спрятаться от ботов. Внимание, если бот увидит, как вы прячетесь, он может сразу же найти вас. Йоу, понял. Ну-ка. Давайте посмотрим. Так, этот алкашина ушел. Здесь кто-то был. Не гони, я знаю. Так, он ушел туда. Ага. Так, а где мы сейчас конкретно? Мне бы найти меня. Так, значит, она сейчас здесь. Крокодила не видно. Крокодила не виден. Крокодила не видно. Ладно, где у нас Чика-Чика? У нас ушла туда. О, подарочек. Вали, 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 беги, беги, братан, беги. Беги, что ты тупишь-то? Сюда. Сюда. Мега пицца, плекс, Фредди. Фазбер закрывается, выполняется запуск. Чего? Нет, нет, подождите, я еще здесь. Что же мне делать? Мне очень жаль, Григорий, ты упустил свой шанс, но все еще есть, ты можешь бежать, когда в 6 утра откроются защитные двери. А пока продолжай двигаться и попытайся не привлекать к себе внимания, если отсюда есть другой выход, я помогу тебе его найти. Обещаю. Бесплатный входной билет. А мне нужен выходной билет. Какой милашка. Мусорки. Понятно, вы кто? Вы мусорки. Так. А что мне сейчас делать? Стоп. А, это робот-пылесос. Нормально. А здесь что у нас шум был? Это опять помоев ест. Понятно. Выбраться. А если серьезно, то мне что сейчас делать? Туда я, значит, пройти не могу. Блин, мне привычнее удерживать контур. Камеры. То есть она все еще ест. Ну и ест. Пусть как бы ест. С ней фиг с ним. Отличная работа, звезда. Тебе удалось попасть в фойне, к сожалению, бесплатный входной билет не позволяет пройти в пиццерию. Автомат. Улучшение находится в помещении службы чего?
Стоп. Что по заданиям? Улучшить бесплатный билет с помощью автомата улучшений. Понял. А где он? Вот только я не понял. Так, Чика ушла кто-то наверх. А ты что, типа робота-охранника? У него есть какая-то тактика, он ее придерживается. Эта область закрыта для посетителей. Так, он на шум не реагирует, он не реагирует на шум. Почему мне нужно идти за Чикой? Мы крадемся как ниндзя. Так, а куда мне эта сволочь везет? Ага, она стоит сюда, и нам нужно сюда, да? Ну да, 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 понимаю. Я не хочу. Ага. Видно, вот она спустилась. И куда она ушла? Так, она на первый этаж, да, ушла? Где ты? Я бы тебе сказал, где я. Я дежурю мусорку, по-моему. Мойная птица. О. Сюда можно только сотрудникам. В эту дверь нужен билет. Здесь опять этот робот-пылесос. На твою душу. Эти пылесосы нам... Наши дружелюбные охранники помогут тебе. Ага, но не ты. Когда-то сдранная. Пицца. А почему магнит мистер Гиббо? Это стрёмный магнит. Эта область закрыта для посетителей. Lame. Мне очень жаль, Грегори. Мне правда очень жаль. Так, мне что-то подсказывает, что магнит рядом шарится со мной. Где она? Так, а где я? Я вот он вот. А, нахуй. А здесь робот-пылесос. Твоя семья ищет тебя. Ой, спасибо. А я тебя ищу. А, она вон она, это помойная птица. Не, не хочу, спасибо. Так, этот момент не открывается у нас. Ну, кстати, эта часть уже довольно-таки интересная. Опять этот робот-пылесос. Ой. И что, она типа сейчас не в тот заглянет? Сюда можно только персоналу. Да мне пофиг. А там у нас что зашумело? Что этот крокодил приперся? А, нет, это больная птица здесь стоит. Так, если понимаю, мне в это крыло нужно идти. А именно вот сюда, вот это отвлечение. Наши дружелюбные охранники помогут тебе. Нет, спасибо, не нужна мне ваша помощь. Гребаный робот-пылесос.
Я его запчасти с Алиэкспресс заказывал. Этот билет сотрудника, на нем написано, позволено посидеть. Да блин, ай. Also good for one free prize from Glamrock Gifts while supplies last. Интересно, что это за бесплатный приз. То блядь закрыт. Да ты что делаешь? Ага. А как? Я же был за стойкой, я же полз, он же не заходил. Я не понял, что это за фокусы. Их Дэна. Ага, это... Чика Тутка здесь. Я твою мать на Алиэкспрессе видел. О, кухня. Ой, подарка. А я думаю, что тут светится? Игрушка Глэм Чика. И чем мне она, собственно говоря, поможет? Наш трубль... Да иди ж ты в жопу. Пицца, так. Это что такое? О. Попробуй использовать тот жуткий. Чего? Сюда можно только сотрудников. Да, магнит смог автомат. Эх, на этот раз это какой-то билет. Отличные новости. Жди меня в детсаду. Вход туда находится на балконе на втором этаже. Что это было? Подожди, где эта хрень? Здесь робот. А, она там. Да иди ж ты. Лесом. Курица недоделанная. Пугаешь меня так. Тут, тут. Еще одна сумочка. Что у нас там? Привет, Дэйв. Жалоба клиента. Увольте Дэйва. Он душнило. За что вы с ним? Попасть в детсад с помощью соответствующего билета. Вы на что намекаете? Хрена он вообще быстро бегает. Еще и на носочках умеет. Эта область закрыта для посетителей. Господи Иисусе. У меня так сердце когда-нибудь остановится. Требуется четвертый доступ. А где у нас детсад находится-то? Не, если серьезно, подожди, детсад где у нас находится, ребят? Камеры, это у нас здесь отшивается. А где детсад-то? Как мне попасть в садик? Я в садик хочу, ё-моё! О! Здесь сумочка. Инспекция системы вентиляции. Спасибо за обращение в сервисную компанию. Быстро и дешево. Что мне название не нравится? Быстро и дешево.
Мы провели предварительную инспекцию системы вентиляции. Вентиляции и не выявили никаких неисправностей. Никакого громкого лязга, грохота и скрежета во время инспекции не наблюдались. Позвоните нам, если проблема появится снова. Счет прикреплен к письму Кит. Ого, быстро и дешево есть счет, а я думал, это за бесплатно. Я же говорю, они здесь на всем экономят. Стопудово батарейки для Фредди заказывали с Алика. Ладно. Шутки в сторону. Это алкашня, вон здесь все ходит. Где детский садик-то, а? Так, алкаш старый, уйди. Бежим. Так. А я чуть в окно не вышел. В принципе, я в окно выходить умею. А, вот этого что ли? Детский садик. А, нормально. Опять это больное солнышко здесь. Хотя почему больное? Нормальное солнышко. Я хочу. Так, у меня микрофон упал. Я хотел сделать скриншот. Во, все, скриншот сделался. А здесь скриншот. У меня опять второй раз микрофон упал. Что ж ты будешь делать? Все, а если скриншот делался, теперь можно идти. Ты мне не нравишься. Уйди. О, красная сумка. Ну-ка, что у нас здесь, а? Ночные страхи. Жалоба клиента. Что-то у вас слишком много жалоб. У моего сына никогда не было проблем со сном. Но после вечера, проведенного в вашем детсаду, он больше не может спать с выключенным светом. Он все плачет и плачет. А если я разрешаю ему оставить свет, он мочится в постели. Оу. Что-то я перехотел в детский садик. Я не хочу в этот детский садик. Не-не-не-не-не-не. Сюда можно только сотрудникам. Да заткнись ты уже. О, кабинет подзарядки. Что за хрень? А, это что ли шумит? Энергоблок. А здесь больше нет ничего? Так, АТМ, терминалы. Не, все-таки хочу одну спиздить мусорку. Во, нормально. Да, перезапишем. А это еще что за алкаш? Шестиногий. Да, да, шестиногий. А ты столик. Фредди, Грегори, у меня не получается до тебя добраться. Посмотри на пульту. Охрана в детсаду. Там должен быть пропуск. Мне вот интересно, почему не все остальные аниматроники желают зла, а один Фредди, который главный как бы протагонист, желает добра. О, Луна. А что он одет-то как все? Я чуть не понял. Ладно. О, солнышко, у него один глаз стал той. Значит, надо будет вилку взять на всякий случай. Золото нынче не дешевое. Я не хочу кататься. Там странные звуки были. Ладно, мне только туда ехать, что ли? Я не хочу. Уи! Ой, алкаш какой-то.
залезь обратно. Валим. Новый друг, тебе что не снится? Мы можем рисовать пальцами, рассказывать историю, пить. Валим. Я сейчас в садике заблужусь. Так. Понял. А здесь мне куда идти, я не знаю. Ой, господи, какое я дитя. Пам-пам, чики-чики, пам-пам. О, место сохранения, значит, я на верном пути. Новый друг, эта область закрыта для посетителей. Ты впутаешь нас в неприятности. О, я фонарик взял. А как его им пользоваться? Так, нажмите, удерживайте для зарядки фонарика. Ага. Понял. С тобой все нормально, алкаш? Что тебе от меня надо? Пш. Как тебе включить фонарик? А, все, понял. А может, не будем ничего делать? Он, в принципе, неплохой. Где пропуск охранника? Ой. Нет, нет, зачем ты это делал? Включи свет, включи свет. Я предупреждал тебя, предупреждал. Солнышко в край ебанулось. Ладно, с кем не бывает. И это починим. А чё он луной стал? Дрянной мальчишка. Ты уже должен спать. Баиньки. Твою мать. Он в край ебанулся. Григорий, я не знаю, что ты сделал, но в детском саду погас свет. Ты должен найти аварийный запасной генератор и включить его. Бежим, бежим, бежим. Спокойной ночи. А где я его найду? Плохие детишки должны быть наказаны. Нужно найти всех плохих детишек. А где он? Давайте залезем наверх, осмотримся, что ли. Так. А где у нас может быть запасной генератор? Так, задание. Включить генератор, их еще 5 штук, твою душу. А, нормально. Ну, это мы продолжим в следующем выпуске. Спасибо за просмотр. Ждем следующего выпуска. Adiós, amigos.